США не отменит санкции против Северной Кореи. Вашингтон намерен поддерживать максимальное давление на Пхеньян до полной денуклеаризации. США намерены решительно поддерживать санкционный режим в отношении КНДР до полной денуклеаризации. Об этом на брифинге 2 октября заявила представитель Госдепартамента США Хизер Ноуэрт, сообщает Интерфакс. Она подчеркнула, что с такой политикой согласны Китай и Россия, хотя эти страны могли бы делать больше. Каждый раз, когда у нас есть возможность это обсуждать с Китаем, Россией, любой другой страной в мире, мы говорим о том, чтобы сохранить эти санкции, а не смягчать санкции против Северной Кореи до тех пор, пока мы не увидим полной и окончательной денуклеаризации, подлежащей проверке, отметила представитель Госдепа. Ноуэрт также подчеркнула, что политика США не изменилась и заключается в том, чтобы поддерживать максимальное давление на КНДР. Вместе с тем, она указала на то, что хорошие отношения между двумя лидерами могут помочь в достижении финальной цели. Ранее в КНДР заявили, что не будут выполнять обещания по денуклеаризации, пока США не предоставят гарантии безопасности. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.